Приветствую всех, кто меня смотрит, кто смотрит мои видеоролики. Очень серьезные, на очень серьезную тему. О том, как идет снег, и я думаю. Ой, как вы думаете, снег не вреден? Люди, очнитесь, где ваше чувство юмора? Как может быть снег вреден? Любая девушка знает о том, как полезно. С утра протирать лицо кубиками льда. Неужели не ясно, что это я прикалываюсь? Или сажусь возле кустика с волчьей ягодкой. Съедаю ягодку, за кадром, естественно, выплевываю. Перед этим говорю, ой, какая вкусная ягодка. Люди мне пишут, дура блондинка, съела волчью ягоду, вот тупица. Люди, ну я же гоню просто, вы не знаете, над кем я гоню. Зачем вы эти ролики распространяете по всему интернету? Это же просто смешно. Если у вас нет чувства юмора, то стоит вас только пожалеть, но я все-таки надеюсь о том, что это видео тоже разойдется по интернету. Естественно, очень многие люди будут говорить, тупица, оправдывается и так далее. На самом деле она все серьезно, про снег она не знала, и волчью ягоду она жрет. Ну что ж, тогда мне сказать нечего. Но все-таки обращаюсь к нормальным людям. Подумайте хоть чуть-чуть головой, чуть-чуть. Я надеюсь, что вы есть. Пока.